В рамках проекта «Музей детям» больше 30 школьников узнали много новых интересных фактов о родном городе. Ребят посмотрели выставку «Музей истории Владикавказа». Им показали газеты, телефоны и предметы быта жителей в разные исторические периоды. По поручению главы Сергея Миняйла, все подведомственные организации Министерства культуры раз в месяц проводят такие экскурсии. И приобщают подрастающее поколение к культуре и искусству. Проект рассчитан на детей до 14 лет. Сейчас, если в наше время посмотреть, спросить у любого ребенка, такого же, как и я, подростка, он не знает, что такое вообще Кавказ и его историю. Есть такие, которым родители объясняют, а есть такие, которым могут не объяснить, они просто не знают, в каком городе они живут. Они не знают ни истории, ни культуры, ничего. И я считаю, что вот такие мероприятия должны проводить чаще.